О, надеюсь, долго и счастливо. Ну, конечно, спасибо. Ладно, уже поздно, лягу спать. Утро вечером мудренее. Я надеялась, что мне это просто приснилось. Ты чего тут сама с собой говоришь? Да так, мам, я пойду в школу. Ну, давай. Если что, знаешь, что я тебя очень сильно люблю. И я тебя. Раздаю ваши результаты. Извините, у меня до пятерки не хватило одного правильного ответа. Можно мне переписать? Ботанша. Нет, нельзя. Тогда у меня за год выйдет 4, а не 5. Мне нужна эта оценка. Ну, надо было раньше думать и не допускать столько четверок. Эй, ты принесла мне сегодня какой-нибудь подгон, а, лузерша? Нет, я забыла. Ах, значит, ты забыла плату за то, чтобы я тебя не трогала? Сегодня я тебя научу манерам. Слышь, Сандра. Да, Диего? Еще раз к ней подойдешь, я такую репутацию тебе в этой школе сделаю, что до выпуска с тобой никто не заговорит, поняла? Ладно, ладно, не трону я ее. И почему же ты это сделал? Захотел помочь тебе. Ага, конечно. С чего бы самому красивому мальчику школы мне помогать? Просто это неправильно, и ты такого не заслуживаешь. В прошлом году ты сам надо мной издевался. Это было ошибкой. Слушай, может, сходишь сегодня погулять со мной? Ты серьезно? Вполне. Хорошо. Ты чего улыбаешься? Да так. Мам, я дома. Смотрю, школа поднимает тебе настроение. С утра вела себя так, будто тебе умирать сегодня. Интересная фраза. Просто сегодня я иду гулять с одним клевым мальчиком. Это с каким? С красавчиком нашей школы. Это который доставал тебя в прошлом году? Ты плакала из-за него каждый день. Он изменился, мам. Очень надеюсь. Алло, привет, Бет. Сандра, ты номером ошиблась? Нет, я насчет Диего. Слушай, не иди с ним никуда. Почему же? Случится что-то очень плохое. Ты достаешь меня уже 3 года, а по нему сохнешь. Ты думаешь, я тебе поверю? Ты просто завидуешь. Как знаешь, я пыталась. Привет. Привет, пошли. Знаешь, ты меня сильно удивил. Чем? Я думала, ты самый худший человек в этом мире, а оказывается, ты очень милый. Да, я такой, с сюрпризом. Какое тебе мороженое взять? Клубничное, вот деньги. Я заплачу, ты чего? Очень странно, что еще не появилась новой причины. Но в любом случае, я не погибну через 6 часов, как должна была. Я так рада. Твое мороженое. Ты сегодня слишком счастливая. Просто, похоже, ты спас мою жизнь. Это вряд ли. Что-то уже сильно стемнело, и мы зашли в какую-то странную часть города. Думаю, уже пора выдвигаться к дому. Не так быстро. Ты чего? Привет, Диего. Кто это? Сейчас мы познакомимся, дорогуша. Что вам нужно от меня? Нам нужна ты. Я просто самая тихая девочка в классе, у которой нет ни друзей, никого. Почему ты выбрала меня? Именно поэтому. По тебе никто не станет скучать. Мне, знаете, просто интересно, как такие тупые идеи приходят людям в головы? Чё ты несёшь? Ну вы типа с утра сидели такие и думали, сейчас бы поймать какую-нибудь школьницу, сделать с ней что-нибудь, чтобы она сдохла. А второй такой, отличная идея. И третий такой, у меня как раз есть одноклассница Тихоня, давайте выберем её. Так что ли? Заткнись, поняла? Иначе тебе будут кранты уже сейчас. Знаешь, я считал тебя странной, но теперь ты для меня просто загадка. Почему ты не орёшь, ничего не делаешь? А чё? Так вам не интересно? Вообще-то ты права, так не интересно. Я сегодня все равно должна была сдохнуть, и я уже смирилась с этим, так что пофиг. Просто я на секунду начала верить в людей, но это была ошибка, Диего. В общем, от нее толку ноль, ни одного вскрика, ты обещал совсем другое. Я думала, она будет дрожать, как овечка. Давайте просто прикончим ее, из тебя новая, более эмоциональная, понял? Мы же с ней ничего не сделали, может, оставим ее? Чтобы она всем наши фотороботы дала и все рассказала, ты дебил? Ну все, крошка, чао. Это полиция, не двигайтесь, или мы будем стрелять. Ах ты мелкая су. Вы можете не присутствовать. Я не боюсь их. Скажи, как? Ты никому не звонила, ничего не делала, как это получилось? Все просто. Это мой любимый папочка. А для подобных случаев у меня есть кнопка на сережке, которую я просто нажала. Да, в этот раз вы не на ту напали. Вам грозит пожизненное за то количество жизней, что вы отняли, сволочи. Милая, с тобой все в порядке? Видимо, да, мам. Но это еще не точно. А вот теперь точно.